Жители Новочебоксарска прилагают большие усилия, чтобы город был чистым и красивым. Учитывая важность и значимость вопроса охраны окружающей среды, хотим своим примером показать, что вместе мы сделаем наш город лучше. Подчеркнул Олег Матвеев на субботнике, который прошел с участием медицинских работников поликлиники номер 1 минувшие выходные. Я вчера туда приезжаю, вы не представляете, там цветник из хризантем разного цвета, желтый, белый, красный. Я говорю, где взяли? Так и вы, слушайте, я впечатлена, честно слово. Молодцы, ребята, я предлагаю, что вот на самом деле создать хороший, красивый парк. От бытового мусора и спиленных веток очищали территорию более 100 человек, в том числе заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министр здравоохранения и социального развития Чуваши Алла Самойлова. На клумбе она посадила первые луковицы цветов. Я думаю, что это вы делаете прежде всего для себя. Не для меня, не для главы города Новочебоксарска. Вы делаете это для себя, для своей больницы, для своего же блага. На субботник, как на праздник, наша цель – благоустройство территории. Планируем разбить здесь парк, отметила главный врач Новочебоксарской городской больницы Галина Пуиндайкина. Несмотря на дождливую погоду, хорошее настроение послужило основой для трудового энтузиазма. Не только сделать даже и город наш чище, красивее, чтобы и нашу именно любимую городскую больницу, а в том числе вот и поликлиника номер 1, и женская консультация, и вообще. Ну, чтобы было приятно людям, на самом деле, приходить, чтобы все было открыто. На самом деле, очень приятно же, когда чисто, аккуратно и эстетично. И с детками сюда придут, и мамы придут, и все пожилые люди здесь. И здесь будет у нас красиво, клумбы будут. Замечательно.